Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Карьера Дариги Назарбаевой на политической и театральной сцене. Сколько миллионов долларов хранит дочь первого президента на офшорных счетах и что пытается скрывать от общественности? 100 миллионов долларов бюджетных средств на содержание Назарбаева. Куда власти страны потратят вновь выделенные деньги и на что их необходимо было направить на самом деле? Строительство горнолыжного курорта в национальном парке Кокжайлау запущено. Как отстоять народное богатство и не отдать все окончательно в руки Назарбаева? Евродепутат Джули Уорд едет в Казахстан с правозащитной миссией и будет отслеживать случаи нарушения прав человека в стране.